Сэр, простите, чуть-чуть вот в мою сторону немножечко. Вот ага, спасибо. Благодарю вас, сэр. Итак, сэр, позвольте продолжить, сэр. Сэр, сейчас, сэр, сейчас будет чуть-чуть неудобно. Угу. Так, начинаем. Сэр! Все. Чуть-чуть волосики запутались. Сейчас. Так, сэр, у меня к вам просьба, сэр. Не могли бы вы кричать немного потише? Вы отвлекаете меня от работы, сэр. Простите меня, сэр, но я кричу не от боли, а от возмущения перед попранием моих прав и свобод гражданина. Прошу прощения, сэр. О каких именно правах идет речь, сэр? Ну, хотя бы о моем праве на неприкосновенность личности. Я уже не говорю о презумпции невиновности. Сэр, но тогда позвольте вам напомнить, сэр, что права любого гражданина и личности заканчиваются там, где начинаются права другого гражданина. Что вы имеете в виду? О, сэр, я имею в виду мое неотъемлемое право на получение информации, сэр. И этим правом я намерен воспользоваться незамедлительно. Сейчас будет чуть-чуть неудобно. Все. Говори с кем ты сам говоришь, сэр! Я скажу!